Здравствуйте! Вас приветствует канал SPVComp. Сегодня я вам хочу показать, как установить Windows 11 на любой ПК и обойти все проверки и ограничения. Что для этого нужно? Давайте воссоздадим установку Windows и посмотрим, в чем проблема. Загружаемся с CD, DVD. Вправо-влево появляется установщик. Далее установить. У меня нет ключа. Выбираем версию, далее, и получаем вот такое окошко, что наш компьютер не соответствует минимальным требованиям. Как это обойти? Возвращаемся назад в окошко активации, зажимаем Shift и кликаем F10. Получаем командную строку и здесь набираем regedit. Кликаем Enter. Появляется редактор реестра. Заходим в Local Machine, System, Setup. В этом разделе Setup создаем новый раздел. Называем его LabConfig. Теперь в этом новом разделе LabConfig создаем параметр DWORD 32 бит. Таких мы сделаем 5. Задаем ему имя Bypass. TPM. Check. Задаем ему значение единицы, как и всем другим. Создать DWORD 32 бит, имя Bypass. Тоже задаем значение единицы. Следующий параметр. DWORD 32 бит. Снова bypass. Run. Check. Также значение единицы. Следующий. Bypass. CPU. Чек. Также значение единицы. И последний. Bypass. Boot. Чек. Задаем значение единицы. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Закрываем это все. Кликаем. У меня нет ключа. Все показываю без вырезок, вставок, как есть. И, о чудо, у нас теперь появилась возможность дальше ставить операционную систему. Я ставлю выборочную и так далее. Если вдруг вы не хотите вводить в реестре все вот эти вот значения, можно поступить иначе. Кликаем, зажав Shift F10, командная строка, снова regedit, теперь нужно нам импортировать файлик один в реестр. Импорт. У меня заранее был уже скачан на диск E.
указываем его, открыть. Все, содержание добавлено. Естественно, если вы ставите с флешки, то вы можете этот файлик занести на флешку. Либо если у вас диск разбит на C, D, E и так далее, то на любой другой, кроме C, диска. И указать его там. Ну, естественно, если мы снова попробуем про версию, то все у нас получится. Да, все идет. Надеюсь, видео было полезное. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, заходите на наш сайт spocomp.com.